Буквально 10 минут назад, дорогие наши подписчики, к нам пришла очень ужасная и печальная новость о нашем любимом продюсере и заслуженном артисте России Викторе Дробыше. Мы были шокированы этим известием. Об этом еще мало кто знает, но скоро об этом узнает вся страна, так как эта новость в интернете очень быстро набирает обороты. Сегодня нам стало известно, что буквально час назад в одну из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен народный артист России Виктор Дробыш. Мы были шокированы этим известием и сразу же попытались разобраться и узнать, что же с ним случилось. Как оказалось, Виктор Дробыш в последнее время начал усердно заниматься спортом. Сегодня в одном из спортивных центров он решил искупаться в бассейне. Когда он прыгнул в воду, он ударился головой об дно бассейна и сразу же потерял сознание. Это уже увидели его друзья, которые в тот момент находились рядом с ним. Они же и вытащили его из воды и вызвали медика, который находится в спортивном центре. Медик привела его в чувство и оказала первую медицинскую помощь, после чего вызвала карету скорой помощи, на которой он был и доставлен в одну из больниц города. Друзья, давайте поддержим Виктора Дробыша. Будем надеяться, что наши врачи окажут ему всяческую медицинскую помощь. Мы следим за развитием событий, как только нам что-то станет известно, мы сразу же об этом расскажем вам на нашем YouTube-канале, дорогие наши фанаты и подписчики. Будьте с нами, следите за нашими выпусками, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы завтра утром не пропустить новый выпуск, который мы приготовили для вас. До скорых встреч, дорогие друзья!